Эканамічны суд Гомельскай вобласці плануе актывізаваць профілактычна-асветніцкую работу сярод суб'ектаў гаспадарання рэгіёна. У першую чаргу гэта тычыцца сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія часта заключаюць невыгадныя для сябе контракты. По информации экономичного суда Гомельской области, такие проблемы сустракаются во всех сферах. Але ситуация у агропромысловом комплексе наибольш складаная. Отсутность квалификованных специалистов приводит до того, что господарки часто подписывают контракты, которые в суде характеризуют как кабальные. У вынику это адмонным чином уплывая на экономику как самих предприемств, так и усяго региона. Не заўсёды допомагают нават намагання судей по зменшэнні финансовых страт субъектов господарання. Найбольш эфектыўны спосаб выправлення сітуацыі – актывізацыя профілактычна-асветніцкай работы за арганізацыяй вучобы спецыялістаў. Подписание таких договоров на таких вот очень сложных условиях для сельскохозяйственных организаций, оно к чему приводит? Например, при взыскании задолженности, скажем так, на 100 рублей, к ним предъявлялись санкции, это и пени, и проценты за пользование чужими денежными средствами, и размеры коммерческого займа доходили до 120% в день. И в результате при взыскании долга в 100 рублей взыскивалась неустойка, превышающая даже до 20 раз сумму основного долга. В прошлом году подводились итоги судебной системы за определенный период времени, на котором присутствовал глава государства. И было дано ряд поручений судебной системе, и одним из которых является вот повышение правовой грамотности населения.